Сейчас. Ребятки, появятся. Да не, нормально. Может, лампу повернешь, Лев, чтобы лучше было видно. Привет, привет, моя хорошая, привет. Сегодня такой эфир у нас для девочек получается, поэтому, мальчишки, если вы сейчас с нами, то вам это будет не сильно интересно, да. Я вот думаю, может быть, туда сделать, чтобы лучше было видно оттенки. Короче, я вам рассказываю, с какой целью мы сегодня собрались. Дело в том, что огромное количество моих девочек-подписчиков все время меня спрашивают: «Ксюша, расскажи про помады, расскажи, что у тебя за помады, какие оттенки, как ты пользуешься». И, в общем, чтобы каждый раз всем одно и то же не отвечать, я вам решила сегодня рассказать про помады, которыми я пользуюсь вообще в течение, там, каждый день. Неважно, на мероприятие, это на съемку. Неважно. В общем, есть очень крутые помады, про которые я сегодня вам буду рассказывать. Поэтому, девочки, если вам интересно, сейчас и буду на себе их демонстрировать. Что самое интересное. Значит, помады Bobbi Brown. Здесь несколько оттенков разные на все случаи жизни. Вот очень люблю такой морковный цвет. В общем, сейчас на мне вот этот оттенок. Называется он... Telluride, наверное, так правильно сказать. Я не знаю, видно вам или нет. Посмотрите, очень клевый оттенок. Сейчас я все-таки хочу, наверное, сделать сюда. Или этот на мне. Вот этот на мне. Все правильно, вот этот, я правильно сказала. Так, может быть, вам свет как-то сделать? Мне кажется, плохо меня видно. Сейчас, секундочку. Вот, так видно. Кажется, будет лучше. Вот, и здесь как раз, если я буду красить, так надо закрепить или держать, чтобы выделить палец. Так, ну все. Вот смотрите, какой классный оттенок. Он такой, я не знаю, как правильно назвать этот цвет, но вот я вам уже назвала, как он называется. Вот, видите, клево. Сейчас я его сотру и буду пробовать другие. Под цвет настроения. В общем, к моему сегодняшнему макияжу. Вообще, я сегодня, у меня такой макияж в стиле Bobbi Brown. Я очень люблю эту косметику. У них очень классные тени, и тушь, и тон. Вообще, они молодцы. Но вот конкретно, что касается помад, да, это что-то особенное. И очень круто, потому что у меня очень много съемок. И классные помады, они очень устойчивы. То есть, в течение 8 часов... ты можешь быть спокойна за то, что цвет никуда не денется, помада не сотрется. Это классно. Привет, привет, всем привет. Марин, не скажу тебе, что за футболка. Но только мне будет принадлежать. Цвет настроения синий, да. Нет, ну давайте синий, конечно, может быть актуален, но не сегодня. Так, давайте, какие вот эти вот очень актуальные тоже цвета. Давайте вот этот сейчас попробуем, то, что поярче. Цвет называется Crush. В общем, я стираю тот, что на мне. Сейчас прям при вас сотру. И попробуем такой актуальный он. Вот смотрите на наше. По текстуре очень приятный. Вы мне, главное, скажите, вы оцените, классно или нет. Ты классная, спасибо большое. Ну вот, смотрите, круто, да? Смотрите, как сразу ярко. То есть это такой, так у меня сейчас были съемки, мне нужна была более спокойная история. Если, допустим, сегодня вы собрались там на свидание, или вдруг неожиданно вам там позвонил молодой человек, сказал, жду тебя где-то там, раз, сразу поменяли цвет, видите, как сразу заиграл. Кстати, под цвет цвет моих ногтей очень похоже. Круто, да? Сейчас я вам скажу, цвет называется краш. Еще раз повторюсь, вот он очень клевый. Потом мне не просите говорить вам про помады, вот сразу вам говорю. Обязательно еще сохраню этот эфир, запомните. Очень клевая текстура, очень приятная. Ты делаешь губами, я тоже размазываю помаду губами. А, вот так вот, да, все время делаю, мне все время мой визажист Рима ругает и говорит, не делай так. А я все время так делаю, какая-то привычка. Это точно. Так. Сейчас еще раз вам покажу. Все красивая такая. Лиза, привет, дорогая.
На эфир, когда ты меня позовешь. Приеду к тебе тоже такая красивая. Нет, для волос я ничего такого не рекламировала. Так, идем дальше. Давайте сделаем, может быть, вот это один из моих любимых цветов, морковка. Сделаем ее. Глаза красиво накрашены тоже, да. Так, делаем морковку. Морковка вообще классно. Под загар. Сейчас. Криво накрасила? Нет, я же вот не вижу, понимаете? Губы свои, свои. Можете ретив потрогать. Девочкам разрешаю. Знаете, как Вера Брежнева, я один раз на ее концерт попала, и она выступала, в общем, и кто-то говорит, кто-то крикнул из толпы по поводу, она говорит, мне часто очень задают вопрос, настоящая у меня грудь или нет. И вот так опустилась в толпу, и кто-то из толпы потрогал ее грудь, натуральная или нет. Вот я, конечно, такого бы никогда не дозволила, но показать свои губы могу. Ну что, как вам морковка под загар? Подходит круто? Тоже согласна, очень круто. Значит, Sunset называется этот цвет. Запомните, Bobbi Brown Sunset. Мне кажется, сейчас сердарчик сидит, уже скребется такой, я его хлеб отнимаю. Эфирчик, сердар. Вот буду устраивать бьюти прямые эфиры каждый день, и тебе крышка. Итак, запомните еще раз цвет Sunset. Вы знаете, что я до сих пор краситься не умею? 15 лет работая. Каждый день меня красят. Понимаете, какая я ленивая задница вообще, да? Но сама краситься не умею. Так, идем дальше. Ну все, яркие такие оттенки я вам летние показала. Но все-таки на каждый день иногда не очень актуально, что прям так ярко краситься, да? И хочется что-то такое поскромнее, правда? Хотя эти цвета очень красивые. Так. Дин-дин-дин-дин-дин. Давайте возьмем, мне кажется, вот это тоже очень актуальная история. Видите, вот у меня здесь три цвета, они абсолютно разные, но они такие спокойные, знаете, офисный вариант на каждый день, там, на работу. В общем, очень актуально. Давайте попробуем их. Еще я люблю вот такую вот. Это вот он на мне был первый раз, нет? Когда... А, нет, это... А дайте я вот это попробую. Смотрите. Или нет, мне кажется, он. Нет, не он был? Тоже очень классный. Смотрите, но это на каждый день. Вообще, вполне спокойно. Я, кстати, девочки, вам рассказываю. Я вместе с Bobbi Brown делаю свою собственную косметичку. И в этой косметичке будет помады. Ну, в общем, будет целый набор. Там будут две вот помады вот этих оттенков. Сейчас вам покажу. Вот они. Раз и два. Опять же говорю, такие очень актуальные на каждый день. Название вам говорю. Лилак и, слушайте, вот я не знаю, Cranberry. Вот они. В общем, смотрите, видите, я нанесла вот этот цвет на каждый день. Я считаю, очень круто. Где можно купить? А мою косметичку можно будет купить, ну, я думаю, в ЦУМе будет продаваться, на сайте Bobbi Brown. Вообще спокойно. Рим, я хоть правильно губы крашу, что мне скажи? Красиво, спасибо большое. Так, вот этот цвет последний был, правильно он? Черри. Очень классный цвет. Или нет? Нет. Так, теперь я хочу накрасить вот этим. Сейчас стираю. А есть у нас еще эти спонжики? А вон лежат еще. Привет, привет. Покажите Риму. Риму не показывается. Рима нет, Рима не показывается. Так, я стерла. В общем, ребят, помните, да, про какие цвета я уже вам рассказала? Очень крутой цвет. Вот это у нас для яркости. На каждый день более спокойные цвета. Вот эти два. Ну, это чуть шоколаднее, это чуть посветлее. Так, теперь вот этот цвет. Оказываю его. Ярко приглушенный. Ярко приглушенный, да.
Но мне нравится их текстура, что они такие очень мягенькие, приятные. Знаете, вот есть помады, которые сушат губы, и вот они там, как бы даже трещинки на губах, ну все такое заметно, вот они не стягивают. Вот это очень удобно. У них очень приятная текстура, очень мягкая, классная. И знаете, эта помада круто, что она весь день держится. Вот я спокойно там днем нанесла, и все, и до вечера я хожу спокойно. Надо вот это сегодня подкрашивать, это потому что очень неудобно. Ну, как вам цвет? По-моему, очень прикольный цвет. Называется Кали Роуз. Кали Роуз. Бродуля, привет из Краснодара. Краснодару большой привет. А я сухим спонжем не делаю. У меня не сухой. У меня спонжи все пропитаны специальным средством. Поэтому нормально. Шикарно, да? Скажите, клево, мне тоже очень нравится. Прикольные. Так, еще раз напоминаю, цвет Кали Роуз. Это вот этот цвет. Дальше. Кайли. Какие показать? Вот эти два? Вот эти две, да, которые будут в моем косметичке. Давайте я действительно покажу это, потому что я выбрала те цвета в своей косметичке. Самое актуальное конкретно для меня. Цена, кстати, невысокая на эти помады, по-моему, где-то есть у меня записано, покажи, какая цена должна быть. Менее 3000. Менее 3000? Нет, там даже... За набор. За набор менее, нет, а конкретно за одну помаду, сколько одна помада стоит? Набор из трех помад менее чем за 3000 рублей. Набор из трех помад будет стоить менее чем 3000, а конкретно одна такая помада сколько стоит? Нет, есть, которая присылала, вот есть цена, сейчас я скажу вам, девчонки. Я нахожусь на работе у себя. Рен, в твоем тексте. Ну вот, смотрите, видите, клево какой цвет. Вот он прям на каждый день. Вот фактически такой, который был на мне, когда я пришла. 1700. Очень класс. 1700 стоит одна помада. В наборе меньше трех. А в наборе меньше трех у нас будет, да? Угу. Так, и теперь показываю. Так, этот цвет называется Cranberry, а этот Lilac. Слушайте, ребят, с названием вам сразу скажу, да, вы вот лучше смотрите. Вот отсюда, если что, списываете. Вдруг я куда-нибудь ударение неправильно ставлю. Я же могу это, что-то не так сказать, как нужно. Так. И давайте еще один цвет попробуем. Красивая помада. Очень красивая, реально. Спасибо. Фирма Bobbi Brown. Кто пропустил? Bobbi Brown. Тебе идет. Спасибо большое. И вот видите, они вроде как на первый взгляд кажутся одинаковые цвета, но на самом деле они прям вот разные. Оттенки разные. И сидят они по-разному. Сейчас покажу, как сидит этот оттенок. Как смотрится. Марка помады Bobbi Brown. Будет этот набор конкретно у меня в косметичке. Это Лёва мне подсказывает. Ирина. Видите, мне прислали вот такую штучку. Прикольно. Здесь все мои. Новая коллекция. Здесь все были мои помадки. Ну что, как этот цвет? Нравится? Видите, у меня даже такие конфетки мне сегодня прислали клёвые. С моими фотографиями. Классный цвет, да? Красится очень приятно. Ну, в общем, вы потом, когда купите, попробуйте, напишите мне свои отзывы. Я думаю, что вы будете такими же довольными, как и я. В общем, мои вот эти два клевых цвета, это на лето прям очень актуально. И морковка, и такой она, как ягодный, да, цвет очень прикольный. Ну, вот то, что в моей будет косметичке, это на каждый день. Вот эти два цвета тоже очень классные. Ну, что я могу еще посоветовать? Для разнообразия можно еще вот такой вот розовую какую-то историю, видите, тоже очень классное взять. Ну и что-то потемнее, прям совсем вот такой вот шоколадный. Это тот цвет, в котором я изначально начала прямой эфир, вот был он, называется он Черри, тоже очень классный. Привет, привет всем.
Все. Ну что, мои хорошие, обязательно еще встретимся в ближайшее время. Что? Вот это я же показала, что будет в моей косметичке. Я уже это все рассказала. Все сказала. Да, да. Все есть. Все, спасибо вам огромное. Очень было приятно. Рассказала про свои любимые оттенки. Обязательно еще выйду в прямой эфир.